Друзья мои, всем привет! Приветствую на канале. Ой, сегодня дочка ездила в Home Depot. Ну, это как строительно-хозяйственный магазин. Ну и купила цветочков. Вот такой вот. Я даже не знаю, как он называется. Вот такая красота неземная. Есть ли тут название какое-нибудь? Тут что-то висит. Вот здесь стоит ценник 39,98. $40. Что это за... Как он называется, я не знаю. Типа, наверное, разновидность бегонии. Любит он, короче, полутень, я так поняла. И влагу. Дальше. Вот она купила вот этот. Здесь стоит ценник бегония. 18. Но это не бегония сроду. Это, по-моему, не та. Она купила его за $15. Вот такой красивый цветок у соседки. Может, это и бегония такая. Вот бегония у нас. Видите? Позапрошлогодняя. Не прошлогодняя, позапрошлогодняя. Вот. А это я воткнула вот так сюда. А так вот она прищипнула и воткнула. И вот этот цветок, я смотрю, у соседки тоже вот эти оранжевые цветы. У нее чисто оранжевая. Вообще красотища неземная. Это она купила за $15. Вот. Такой большой. Вот на фоне тут оникса. Вот. И... Она купила колюс и такую корзиночку. Тоже... Оникс, уйди, уйди. Тоже, по-моему, $15. Здесь три вида. У меня в Алмате вот такие есть. Но и не такие. У меня вот здесь прожилочка зеленая. А вот этот мы в прошлом году с ней привозили с Чикаго. Но он у нас что-то не прижился за зиму. Пропал. И вот она купила. Красота. Просто неземная. Вот. Вот так традисканция моя. Прекрасно разрастается. А вот смотрите, белки роются. Засранки такие. Закапывают все подряд. Залазят и закапывают. Вот. Геранька набирает все цвет, набирает. Это прошлогодняя наша герань. Она перезимовала. Что вообще тут для Америки очень удивительно. И это вот три я вам показала покупочки. И вот еще одна. Еще одна. Это она взяла по акции за $15. Он, видите, немножко как бы перекособененный. Но корни хорошие, все хорошее здесь. Вот, мне теперь надо пересадить. Так, вот здесь, оно с корнем переплелось. Вот. Я хочу теперь поменять горшочек. Вот гибискус, это который домашний. Такой у меня в Алмате, видите, везде столько цвета. И такие крепенькие, хорошие, зелененькие. Ну, вот просто отцветает. Вот, это она купила в садовом центре. А вот гибискус сирийский, который зимует. Вот, тоже смотрите, сколько цвета он набирает. Вот. Красота неземная. Вот этот красный, он на улице не зимует. Вот эти молоденькие тоже вот цвет набирают. Вот, это первый год будет цвести. Вот, значит, 4 новиночки. Итого за все 4 новиночки она заплатила $85. Вот, видите, ну вот цветок уже как бы этот, надо поухаживать. Вот теперь буду пересаживать. Надо подобрать горшочек побольше, чтобы, ну и посадить понадежнее. Может, методом перевалки, только добавлю земельки. Вот так. Вот такие вот новиночки, но вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Вот это не ее ценник. Непонятно, что это такое. Какой-то
то ли перепутано. А может быть, это и бегония на самом деле. Видите, тоже вот свет она там набирает. Красота. Вот такие новинки у нас появились.